Какая голова? Какая? Особая. Какая особая? О. Интеллигентная. Зачем издеваешься? Я издеваюсь. Такая голова редкая вещь. Давно не встречал. Вот посмотри. Это Наполеон. 65. Это Сократ. 71. У Наполеона мозги впереди. У Сократа верхней части головы. А у тебя... А, сбоку. Хочешь, я тебе бесплатно сошью шапку? Как это? Так, только разреши на стене повесить фотографию твоей головы. Что, разрешаешь? Да. Микеланджело! Ах, да. Открой рот. Зачем? Как зачем? Если закрытым ртом сошью шапку, ты наденешь, откроешь рот, вот эти скулы разойдутся, и шапка слетит с головы. Разве не знаешь? Знаю. Открой рот. Да. 15 сантиметров не хватает до Наполеона. 23 до Сократа. Покажи язык. Так. Мировая шапка будет у тебя. Умная шапка на умной голове.